Карину. Песенка называется «Горячие крещенские булочки». Давай мы ее прослушаем. Длительности. Молодец, Дарина. Очень отлично. Молодец. О, здорово. Давайте попробуем сыграть левую руку. В левой руке мы используем два пальца в этой песне. Мизинчик мы ставим на до и большой пальчик на соль. Только это уже отдельно левая рука. Поняла, Стась? До, соль. Нет, вот здесь. На соль ключе. До и соль. Вниз большой. Вот, ориентируйся и я ставлю. Прям нажимай вместе.
фасоль мы называем клювиком. Только мы его нажимаем вторым пальцем. Так, двигаемся, смотри, до соль. До соль. Да, чуть-чуть сдвинь, дальше. Да-да. Угу. Давай закрепи. Отличный результат. Умница. Какие циферки у тебя красивые. Да. Быстро нотки находишь. Задержка 15. Молодец, Дарина. Быстро-быстро нотки находишь. Смотри. Теперь все то же самое, только мы соединяем все эти нотки. Первые. Все так же, только вместе. И левое, и правое вместе. Хорошо. Угу. Попробуй еще раз.
Бабочек левую опускай. Держи. До. Да. Это приклеи. Вместе. Держи. Получилось, здорово. Дарина, такие сильные руки. Прям спасибо, вообще, Дарина. Так... Еще одна ошибка. Смотри, 36, 37, 37. Поздравляю. Угу. Давай попробуй еще раз. Ты должна победить компьютер. Можешь? Да. Ну, давай, попробуй, выиграй у него. Зрительная моторная задержка 28. Результат отличный. Здорово, молодец. Поздравляем. Да, с достижением. Есть третья презентация. Посмотри. Линейки шли вертикально, а теперь они идут горизонтально. Поменялось. Песенка та же, только поменялся нотный стан. И все изменилось. Так, двумя ручками попробуем. Молодец. Отлично. Молодец. Дарин, попробуй сыграть наизусть. Хорошо, молодец. Чи крещенские булочки.